Столица Беларуси сегодня вновь ищет пути разрешения украинского кризиса. Сначала прошли заседания 4 рабочих подгрупп – политической, экономической, гуманитарной и по вопросам безопасности. После этого собралась сама контактная группа. Представители провозглашенной ДНР привезли компромиссный вариант поправок в Конституцию Украины, подготовленный донецкими юристами. Он дает реальные гарантии особого статуса районам юго-востока страны и политических прав его жителей. Предложение Киева на этот счет полпред Донецкой республики на переговорах Денис Пушилин назвал юридическим фейком, нарушающим минские договоренности. Как, в свою очередь, подчеркнул глава российской делегации Борис Грызлов, голосование по Конституции Украины в Верховной Раде должно быть жестко увязано с одновременным принятием поправок в закон об особом статусе Донбасса. Причем их текст необходимо согласовать в трехсторонней контактной группе.